Величина прожиточного минимума в Чувашии снизилась. Для трудоспособного населения она составила 8719 рублей. Этот вопрос обсудили сегодня на очередном заседании Кабинета министров Чувашии. Величина прожиточного минимума рассчитывается каждые 3 месяца в зависимости от средних цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, а также расходов по обязательным платежам и сборам. И по сравнению с предыдущим кварталом, величина прожиточного минимума снизилась на 543 рубля. Это напрямую связано со снижением потребительских цен. Для каждой группы населения рассчитывают свой показатель. Величина прожиточного минимума за 4-й квартал 2017 года для трудоспособного населения составила 8719 рублей. Для пенсионеров 6716 рублей, для детей 8365 рублей. В целом можно сказать то, что величина прожиточного минимума на сегодняшний день даже ниже цены на продукты питания, которые входят в потребительскую корзину, вот этот комплекс цен ниже, чем в первом и втором квартале 2015 года. К слову, величина прожиточного минимума в 4-м квартале 2017 года уменьшилась во всех регионах ПФО. Сейчас Чувашия по этому показателю находится на 11-м месте среди регионов Поволжья. На заседании также внесли изменения в постановление Кабинета министров Чувашии об индустриальных парках на территории республики. Благодаря этому документу удастся ускорить и упростить получение земельных участков и снять многочисленные административные барьеры при реализации масштабных инвестиционных проектов. Земли будут предоставляться в аренду без проведения торгов. Напомним, что сейчас в Чебоксарах реализуется несколько проектов по созданию индустриальных парков в сфере промышленного производства и инноваций.